Здравствуйте, мои дорогие друзья! Вы на канале Эллен Брук. Я очень рада, что вы опять заглянули ко мне в гости и открыли именно мое видео. Добро пожаловать! Кто у меня в гостях впервые, обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать следующих видео. А сегодня я вас собираю с собой в Пепко. Вы очень любите, когда я хожу в этот магазин, показываю вам новые коллекции, новые товары и очень классные цены. Поэтому сегодня после локдауна я спешу туда и спешу показать вам то все красивое, что они нам сегодня приготовили. Поэтому не переключайтесь, досмотрите эту красоту до конца. А кого интересуют обзоры с других польских магазинов, обязательно заходите на канал, смотрите. Я регулярно оставляю там такие обзорчики, а также смотрите мои влоги о жизни в Польше, о плюсах и минусах этой страны и вообще как там живется с точки зрения простого гражданина. Итак, я уже заболталась, идемте делать покупки. Эту супницу я показывала зимой, она стоила 80 злотых, уже 60. Начались переоценки в Пепко, так что нужно смотреть на интересные вещи. И к этой супнице, посмотрите, еще вот есть такие мисочки, они тоже были раньше очень красивые. А вот эти бокалы, посмотрите, 2,66 за штуку, 8 злотых за наборчик. Это супер цена, я считаю, и если разобьется, не жалко. Вот такой графин у меня дома служит уже очень и очень долго, стоит 8 злотых, и он очень практичный, поэтому советую за копейки приобрести. Есть еще побольше, чем этот, он уже, кажется, 10 злотых, но тоже добротный, красивый, и, я думаю, будет удобный. Главное, что он устойчивый. Видите, тот немножко меньше, этот больше. Но они того стоят и очень практичны. Вот такой пульверизатор, или как там спрыскиверч называется по-польски, очень практичный. Я дома в таких держу санитайзеры для рук, которые делаю сам. Кому интересно, у меня есть видео с рецептом. Нашла вот такие вешалки. Сколько она стоит? 4 злотых, но посмотрите, как же практично, сколько на одной вешалке крючочков. Можно повесить все, что угодно. И вот тут увидела такую новиночку в Пепко. Это, не знаю, как назвать, графин, такой резервуар. Сюда можно вставить краник. Вот он есть внутри. И потом заливать какие-то напитки и через этот кран наливать в бокальчик. Выглядит очень и очень даже стильненько. Еще нашла вот такие бутылочки с натуральными пробками. Тоже считаю, что и красиво, и практично. И показываю дальше еще какие есть здесь графинчики. Посмотрите, здесь можно положить внутри фрукты или лимон и сделать такой лимонад. Или другие какие-то ингредиенты получатся, интересные настоечки. Вот здесь еще такой пластиковый с краником, тоже резервуарчик. И посмотрите на пикник, вилочки, ножи, ложечки в такой коробочке. Все стильно, красиво, компактно. Тоже считаю, что очень удобно. Все в одном месте и в одном стиле. Также посмотрите коробочки для пирожных, корзиночек или другой еды, которую тоже можно или дома спрятать, или взять с собой в дорогу. Уже появилась летняя обувь, шлепанцы всевозможные, пляжные, домашние, с открытыми или закрытыми пальцами. Также такая обувь спортивная. Цены очень даже демократичные, и выбор тоже неплохой. Посмотрите, вот здесь для деток всевозможные даже уже босоножечки появились. Или шлепанцы. Посмотрите, цена 10 злотых. Шлепанцы для мальчиков. Красивые, удобные. И вот от 10 злотых уже начинается летняя одежда. Например, вот такая, не знаю, как сказать, блузка. Очень такая легкая, летняя. Посмотрите, с кружевами 10 злотых. С джинсами будет очень даже красиво, или с белыми брюками.
Вещей на лето очень много, но, друзья мои, у меня садится батарейка, и я сегодня больше не смогу для вас в таких деталях снять видео. Обещаю, что сюда еще вернусь, только проедусь по полочкам, покажу вам, что всего очень много, и обещаю вернуться к этой теме. Если интересно, пишите обязательно в комментариях. Огромное спасибо, извините за такую нестыковочку, но я поправлюсь. До новых встреч, друзья, в новых видео. Пока-пока.